Ну а сейчас мы попытаемся узнать последнюю официальную информацию. Данные турецких властей, медиков и другие данные у моей коллеги, корреспондента агентства DHA, Айтач Дарчиева. Она на прямой связи со студией из Турции. Айтач, здравствуйте. Итак, какие официальные заявления представителей турецких властей, медиков уже прозвучали? Да, я уже могу назвать официальные данные. Я хочу сказать, что в результате аварии туристического автобуса в Турции погибли 4 человека, 38 получили ранения. ДТП произошло рядом с городом Денизли по дороге из Памуккале в Анталию. В машине, в которой находились около 64 человек, перевернулась на мокрой дороге после того, как врезалась в ограждение. 5 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Число погибших может вырасти до 5, об этом заявили врачи. Сейчас, как известно, погибли 4 человека. Уже подтверждается, что это граждане Российской Федерации. Помимо россиян, в автобусе также находились граждане Казахстана, Литвы и Украины. Я хочу отметить, что уже по подтвержденным данным автобус принадлежит компании «Kirit Global», в которой работают российские компании «Тест-Тур» и «Библия Глобус». Юрий? Айтач, скажите, известно ли уже, из каких городов российских были погибшие? Что-то более подробно о тех, кто пострадал серьезно, и о тех, кто погиб? Да, Марат, пока что таких данных пока что неизвестно, даже пока неизвестны, к сожалению, имена туристов, которые находились именно в автобусе. Я думаю, что потому что нам еще не удалось связаться с Генконсульством Российской Федерации в Анталии. Я думаю, что завтра все данные мы получим с нашей стороны. Марат? Да, Айтач, я благодарю вас за подробности. Айтач Дарчиева была на прямой связи со студией из Турции. Ну а вот какие комментарии дали в компании «Тест-Тур», которая организовала эту поездку в Турцию совместно с компанией «Библия Глобус». Что касается российских туристов, то все они были застрахованы по линии ВСК. Страховая компания готова активно подключиться и оказать всю необходимую помощь. Мы находимся на связи с компанией «Kirit Global» и точно так же решаем все проблемы, которые там возникают. Конечно, этот случай попадает под страховой, и все будет решаться в оперативном режиме. Мы информировали и посольство, и Ростуризм. Все находимся в плотном взаимодействии и пытаемся решить сложившуюся ситуацию. Страховая компания проинформирована, но все в рамках покрытия. И покрытие туристической страховки в Турции составляет около 30 тысяч долларов.